Так это что такое? Чай. Я же кофе просил. Я не нашла. Я же сказал, банка на холодильнике. Ну там 40 штук. Ладно. О чем ты сейчас думаешь? Слушай, не могу вспомнить, где мы познакомились. Ты что, серьезно? В спортбаре. А, ты еще с подругой была? Да нет, я была одна. Ну, шел хоккей, ты проходил мимо, задел на локти. А, вспомнил, точно, точно, прости, ну, пожалуйста. Слава Богу. Ой, столько книг. Ты читаешь? Ну, нет, это так, для заначек. Что? Я пошутил. Селлинджер. Селлинджер, над пропастью во ржи. Про крестьян? Почему про крестьян? Не знаю, тут же про рожь. Ну, в принципе, и про крестьян тоже. Камю. Читал? Читал, конечно. Чума. Че, тебя тоже вставило? Нет, написано «Камю, чума». Кстати, коньяк такой есть, между прочим, дорогой. Да. А ты что читаешь? Ну, читать я не очень. Так, в основном, в интернете. Ну, кто бы сомневался. Мне очень нужен институт, там препод ждет. А как же я? Ну, а что ты? Ты, вон, читай заголовки, как закончишь, дверь захлопнешь, и потом созвонимся. Счастливо.